Всем привет! Вы на моем канале. Погодка у нас опять сегодня дождливая. Я думаю, что будет дождик. Ну а у нас была маленькая проблема. Сломалась газонокосилка. И пришлось ее отвезти в магазин, в практикер. И вот как раз по гарантии... Сколько? 4 дня прошло. Сегодня позвонили, сказали, что все готово. Сейчас мы поедем в магазин. Посмотрим, что происходит с моей газонокосилкой. Что они сделали? Отремонтировали ее? Или новую дали? И не знаю. Я думаю, что всем интересно, как это здесь работает. Гарантия 2 года. Поэтому поедем, посмотрим, заберем. Надо косить. Опять все позарастало. Нужно пройтись и покосить травку. Вот такие дела. Поедем в магазин. Вот еду себе тут спокойно. Потом смотрю. Шелковица растет. Черненькая. Думаю, пособираю немножко. Короче, опять пошел за бесплатной едой. Так и живем. Ну вот, приехала моя газонокосилка. Новую никто не дал. Отремонтировали. Сейчас мы ее соберем, проверим, все ли нормально. Ну и можно будет уже спокойненько заниматься делами, покосить травку. Ну все, газонокосилка у нас готова. Так что можно спокойненько идти и работать. Все работает, все сделали. Поменяли мотор, я так понимаю. Ну, в общем, такие дела. Спасибо мастерам. Будем косить. В прямом смысле этого слова. Косить будем. Что еще нового у нас? А новое у нас, что у нас на крыше. На крыше. Кошка родила котят. И они там мяукают, мяукают. Да, она их кормит, но так как она у нас мамочка умная, хитрая, она специально на крыше их родила, чтобы далеко не бегать. Так спустилась, поела и назад. Тоже умничка. Так вот, надо взять лестницу, залезть на крышу. И посмотреть, что же у нас за красавцы там. Сколько их? Все ли с ними нормально? Как вы думаете? Интересно? Мне тоже. Поэтому вместе с вами залезем и попробуем достать их оттуда. Ну или хотя бы посмотреть. Как-то так. Вот откроешь так парник проветрить. А тут мамочка уже пришла и притащила тут котенка. Ну и куда-то его принесла. Сейчас пойдем ее куда-то устраивать. Принесла в парник мне котенка. Так что вот так вот. Одна мамочка родила где-то на крыше, а это вторая. Сделали вот коробочку такую, закрыли. Сено положили. Ну, что-то ей не нравится. Давай молочка. Ой. Лиза, идем попей, на. Дадим молочка и попить. Иди попей. Вот. Иди. Попей молока. Может, тебе здесь больше понравится. Давай. Пей молока. Так, сделали место для котенка, но кошке не понравилось. Взяла его и понесла. Куда понесла? Не знаю. Ну, вмешиваться уже не будем. Опять несет в парник, но парник уже закрыт.
же вариантов нет много. Найдет себе сейчас место и куда-нибудь пристроится. Идет назад. В парнике ей больше понравилось. Открыл проветриться, так она принесла котенка туда. Пришлось закрыть, сделать место. Но ей это место не понравилось. Будем наблюдать. Ну а пока кошка разбирается с котятами, нужно нарезать мяты. Вот такая вот она уже большущая стала. Скоро по пояс будет. Надо нарезать веники и засушим. И будем использовать потом в баньке. Так что займусь нарезкой веников мяты. Ну все, веники нарезали. Вот такие веники. Навязали венички. А? Мята. Сейчас все это пойдем подвешаем. И пускай они у нас сушатся. Сколько у нас тут? Вышло 5 веников. Чуть-чуть оставил мяты, конечно, на чай. Так что... Ах, красота. Пойдем повесим веники сушиться. Так, эти веники у нас уже подсохли. Это у нас веники с крапивы. Ну и повесим сейчас веники с мяты. Пусть сохнут. А вы пишите, кто любит баню, кто любит париться, кто любит запах в бане. Пишите. Я думаю, любителей бани очень много. Интересно это дело. Тот, кто любит баньку, от этого уже тяжело отказаться. Да. Ух ты. Плохо завязал. Сейчас подвяжем его. Так. Опа. Вот такая вот. Ляпота. Ляпутища. Все, наши венички на сушку. Подсушатся. Затянем ручки и берем в коробочку. Решил сегодня с вами сходить за яйцами. А то каждый день хочу поснимать, сколько яиц, и как-то не получается. Сейчас посмотрим. У нас 6 курочек. Один яичко, 2 яичка,
3 яичка. 4 яичка. 5 яичка. Вот вчера у меня было 6 яиц. А сегодня 5. О чем это говорит? Это говорит о том, что каждая курочка каждый день практически несет по одному яйцу. 6 яиц, 6 кур. Сегодня 5, вчера 6. Так что, во, пойдем делать яичницу, наверное. Все, курочки, по домам. Гулянки закончились. Спасибо большое за яички. Ах, вы мои красавицы. Все, давайте, всем хорошего вечера.